Аптека Норма. Карвалол 5 рублей, Цитрамон П 1 рубль 50 копеек, Валидол 10 рублей. Важно помнить, покупать качественные лекарства по низким ценам – это норма. 200 аптек Норма в Москве и области. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения информационная программа «Наши новости» в студии Лидия Михалева. Смотрите в этом выпуске. Как рассказать о той войне? В Центре детского творчества прошла интерактивная выставка, посвященная Великой Победе. Отдали дань героизму и самоотверженности. Ветеранам городского поселения Ашукино вручили медали к 70-летию Великой Победы. А теперь об этом другом более подробно. Пушкинский район продолжает выполнять указ президента. В городском поселении Ашукино состоялась церемония вручения юбилейных медалей 70 лет победы в Великой Отечественной войне. В этот день чествовали тех, кто пережил все тяготы войны и прошел нелегкий жизненный путь. Алена Якубовская побывала на церемонии и пообщалась с ветеранами. Огромное вам все спасибо за то, что вы сделали в годы войны. Кто-то проливал кровь на фронте. А кто-то с утра до ночи, до седьмого пота трудился в тылу. И потом, после окончания войны, восстанавливал все это разрушенное хозяйство. Ну, наверное, ни одна страна в мире не понесла таких потерь, как наша. Я уже не говорю, что по разным подсчетам мнения разные. Кто говорит, 25 миллионов у нас погибло, кто 27, кто 28. Но тем не менее, это же огромные цифры. Количество наших городов и деревень, которые разрушены, исчисляется десятками тысяч. Но тем не менее, все это трудом вашего поколения было восстановлено. Сейчас, наверное, условия жизни совсем не те, не сравнимы с тем, что были те 60-70 лет назад. Вспоминаются дни бомбежки, голодовка, когда нам, маленьким ребятишкам, нечего было есть. Было страшное время. Наши родители, мама, помогала нам, как могла, сама не доедая. У нас в поселке все вышли на улицу, все собрались, все радовались, смеялись. Это было так необычно. Этот день был такой великий для нас. Это запомнилось на всю жизнь. Работали для колхоза, а свои продукты мы делали летом, осенью, отправляли в Хишку на баржу и отправляли на фронт. В 44-м, на 45-м, в ноябре месяце, на лес повал нас брали. Это уже было после Дня Победы. Мы утром еще, едва проснувшись, с братом лежали на кровати, и вдруг слышим в окно стук. Мы подбежали и увидели солдата. Это был отец. Это было такое счастье. Я вспоминаю то прошлое, когда мы отмечаем победу, когда вручаются подарки. А рядом близкие люди, поверьте, это очень хорошо. Это нужно пережить, чтобы понять, что это за праздник. Решением
администрация совместно с Советом депутатов приняла решение еще из бюджета городского поселения выделить вам денежное поощрение. В одном из наших выпусков мы рассказывали вам об открытии нового помещения музея поискового клуба «Романтик». Как только это случилось, экспонаты из школы Ашукина переехали в Центр детского творчества. Временно. В ЦДТ открылась выставка «Как рассказать о той войне». Вместе с «Романтиком» свои экспонаты выставил и военный исторический клуб «Служивый». Квадратики, да, а если старше, вот видите, как бы вот теперь вас другая. Я рассказывал ребятам, в чем разница, почему такие были, почему не другие, почему вначале начинали воевать в кожаных сапогах, почему потом кирзовые. В прошлом году мы ездили на поле боя под Волоколамском, там наши ребята участвовали. Мы еще участвовали под Кубинкой, там замечательные совершенно ребята есть, Игорь Топало. У них, в общем-то, патриотический клуб, они занимаются как раз Великой Отечественной войной. А в этом году мы едем к ним 3 мая. Будем. Взятие Берлина будет как раз. Преображаясь в солдат Великой Отечественной, я все-таки чувствую больше гордости и патриотизма, поскольку я... ближе нахожусь к этой эпохе, и я видел настоящих солдат Отечественной войны и понимаю, что пережили эти люди, тем более, что все-таки в эмоциональном плане еще более жива память. Там тоже люди ходят в балаклавах, но обратите внимание, что тем, кто не хочет свое лицо показывать, кто, в общем-то, действительно преступник, кто, в общем-то, боится, что его потом за преступление будут наказывать, они балаклавы обычно вот таким образом носят, да, чтобы не видно было. А те, кто за ДНР воюет, они, в общем-то, лицо, как правило, открывают. У каждого солдата был такой котелок индивидуальный. Да, вот это котелок моего папы, который был участником Великой Отечественной войны. За 2014 год мы раскопали 24 бойца советской армии. Мне хочется этим заниматься, потому что нужно попытаться найти каждого человека и вернуть его своей семье. Вот сейчас в Ашукинской школе открылся музей, огромное количество экспонатов вот это от них, да. И, конечно, мы захотели, чтобы это сначала увидели дети Центра детского творчества, чтобы нам не возить их в Ашукино. А потом у нас пришла такая идея, почему бы не показать детям близлежащих школ. Ведь действительно интересно. Интересно, мы сами вот очень воодушевились, и вот сегодня, видя результаты своего труда, как мы называем, радостно, что детям интересно. Нам еще рассказали про всю одежду, как, когда это все было изготовлено, что это за оружие. Показали, как они стреляют. Были бумажные как бы сапоги пропитанные, этого я не знал, и про был 4-гранный штык. Я спрошу мамы, как кто был мой дедушка. Еще я узнаю, как закончилась война. Доклады делал про прадеда. Он участвовал в освобождении Минска. Получил орден славы 3-й степени. Он получил его за большое уничтожение противников, вот так. Там я читал от 10 до 30 человек.
бывают экспонаты, ребята. Не экспонаты, это бывают... В районной администрации продолжаются заседания оперативной группы по мониторингу ситуации в экономике и на рынке труда. В период финансового ослабления страны сдерживание и увеличение экономических показателей во многом зависит от работы этого состава. Мы, коллеги, выполнили с вами майские указы президента в части повышения зарплаты. Мы выполняем задачи, поставленные губернатором Московской области, программе развития нашей Подмосковья, приоритет развития. И в этом году у нас, коллеги, несмотря на сложности в экономике и финансах, тенденция положительная сохраняется. Уровень зарегистрированной безработицы, коллеги, 0,5%, по-прежнему он у нас ниже среднеобластного показателя, который составляет 0,6%. И по данным отдела госстатистики, задолженность по заработной плате в организациях района отсутствует. Месячная зарплата по крупным и средним организациям за январь-февраль текущего года составила 36 тысяч рублей. Растет у нас зарплата в сельском хозяйстве, в промышленности, торговле, растет в строительстве. Экономический оборот по крупным и средним предприятиям, коллеги, составил за два месяца текущего года почти 7 миллиардов рублей. Рост 21%. Для понимания, по Московской области прирост составляет всего 5%. Поэтому нас радует такая позитивная динамика. Объем отгруженной продукции собственного производства за отчетный период составил более 5 миллиардов рублей. Это на 17% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом прирост отгруженной продукции происходит по крупным и средним предприятиям промышленного комплекса и составил порядка 3 миллиардов рублей. Пожалуйста, расскажите о своем предприятии, чем вы занимаетесь, и какие у вас, сколько численности, какую заработную плату вы платите. На данный момент на рынке автомобилей произошел спад. Завод Газовский в том числе одно время вообще не работал, то есть не производился выпуск автомобилей оттуда. То есть, соответственно, у нас заказы и производство автофургонов значительно снизилось. Новость, которая порадует всех без исключения родителей. В магазин детской одежды «Бегемотик» завезли весеннюю коллекцию. Большой модельный ряд, возможность подобрать необходимый размер, доступные цены, индивидуальный подход. Подробнее обо всем прямо сейчас. Сюжет на правах рекламы. Настоящий переполох устроил известный многим жителям города Пушкина магазин «Бегемотик», расположенный в микрорайоне Дзержинец. В наш магазин «Бегемотик» привезли весеннюю коллекцию одежды. Одежда для мальчика, рубашки, джемпера, футболки, всякие брюки. Для девочек это юбки, кофточки, футболочки. Скидка в 30% на одежду подстегнула юных модников, заставляя их родителей ускориться при выборе моделей. Давайте лучше вот это. Да? Нравится? Вот это? Мама, мне такую надо!
нас мальчик рослый, ножки длинные, и очень сложно подобрать одежду. А тут мы нашли и низ, и верх. И по ручкам, и по ножкам, по длине все отлично подходит. Девочки, как истинные представители своего пола, были привередливы и постоянно отвлекались, намереваясь бежать в отдел игрушек. Я спрашиваю сертификат на одежду, потому что на китайских рынках мы один раз купили, очень-очень нам не понравилось. Вот, и качество ужасное, и краска, у ребенка была аллергия. Вот, а здесь я знаю, что шикарное качество, сертификаты нам предоставили, и я не боюсь здоровья своего ребенка. Как нам сказали в магазине «Бегемотик», одежда и товары здесь предлагаются для детей в возрасте от 0 лет. С самого маленького с рождения у нас есть замечательные костюмчики. Они идут как бодики, кофточки всякие, чепчики с пинеточками. Есть постарше для деточек, ползуночки. Мы за свой товар отвечаем. Если на упаковке сказано, что он японский, значит он японский, не китайский. Чтобы осветить весь отдел игрушек, нам пришлось снова использовать методы монтажа. Здесь находится рай для девочек. Посудка, коляски, кроватки, разные фены, коляски, русалочки, барби, пупсики. Хит сезона – это Monster High 2015 года. Нигде вы такую коллекцию не найдете, как в магазине «Бегемотик». Даже взрослые мужчины теряются среди такого ассортимента в поисках необходимой вещи. Сегодня вы зачем сюда пришли? За мечом джедая. Это для вас? Нет, конечно, для сына. Очень устраивает цены по сравнению, скажем, там, с детским миром. А здесь находится настоящее раздолье для мальчиков. В этом году у нас хит сезона – это арбалеты и луки для мальчиков. Буквально на прошлой неделе нам завезли большой ассортимент черепашек-ниндзя. Фанаты Лего испытывают здесь легкий шок. Но все-таки главное достижение этой весны, конечно, транспорт. А сейчас не пугайтесь, внимание! Этот транспорт называется Беговел Трансформер. Если у вашего ребенка будет такой беговел, в каждом дворе будет... Насколько продлится акция 30% скидки, пока не ясно. Но в любом случае стоит поторопиться. Хороший товар долго не залеживается. И еще объявление. Сеть мясных кулинарий «Мяско» теперь и в Пушкино. Вашему вниманию парное мясо от российских фермеров, свежайший фарш, домашние блинчики, пельмени ручной лепки и многое другое. Для вас открыты двери с 9 утра до 9 вечера в микрорайоне у Пушкина на улице Набережной в доме 35, корпус 4. И, внимание, подарок. Назовите продавцу код 555 и получите 10% скидку на весь ассортимент. И в завершении выпуска. Опытный ведущий Сергей Белавин с профессиональной аппаратурой и диджеем отлично проведет любой ваш праздник. Оригинальная авторская программа, костюмированное шоу и спецэффекты. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Стихи на заказ, фото-видеосъемка, консультации по подбору ресторана и кафе. Доступные цены. Звоните по телефону 8 926 530 03 14. И это все, о чем мы бы хотели рассказать вам сегодня. На этом я, Лидия Михалева, с вами прощаюсь. И желаю вам всего самого доброго. До свидания.
зарплату, я считаю, очень неплохо. И сегодня губернатор говорит о том, что нужно человека, вообще всех граждан провести обследование для того, чтобы на ранних стадиях выявить всевозможные заболевания. И это как раз вот то, о чем сегодня в своих программах, в своих напутствиях говорит губернатор. Мы сегодня вот стоим на порогах открытия нашего диагностического центра. Это позволит разгрузить поликлиники и больницы от долгих ожиданий в Манекахте бесплатно или в других клиниках, оперативно принимать решения, диагностировать и, что самое главное, оперировать на базе Пушкинской больницы. Открывающийся здесь работающий уже магниторезонансный томограф, высокопольный, высококачественного содержания фирмы Siemens, способен диагностировать как заболевания головного мозга, заболевания позвоночника, заболевания внутренних органов, органов малого таза, а также разнообразные сосудистые проблемы. Преимущество заключается в том, что в первую очередь мы можем исследовать структуры головного мозга, спинного мозга, в том числе структуры задней черепной ямки, которые абсолютно практически недоступны при КТ-исследованиях. Ну и, в общем-то, все мягкотканные структуры здесь визуализируются гораздо лучше, чем на компьютерной томографии.